Рисовать целые картины с помощью света. Сравнительно новый вид городского искусства фризлайтинг дошел и до Братска. В эти выходные инициативная молодежь провела мастер-класс, приуроченный к фотоконкурсу «Фризлайтинг-2013». Несмотря на темное время суток, участников набралось больше десятка. Ну, мы начинаем, только пробуем какие-то, что-то получается, чтобы какое-то сердечко сделать. 10 раз надо постараться, чтобы что-то попытаться. Получилось сердечко. Темнота и современный фотоаппарат – это все, что нужно фризлайтеру. Присутствие света в этом деле категорически запрещено, иначе качественное фото не получится. Большая выдержка позволит нарисовать значок или букву. Чем рисовать, выбирайте сами – фонарики или бенгальские огни. Самое главное, чтобы фантазия была, говорят организаторы, а кисть не имеет значения. На самом деле здесь собрались сегодня и личности, индивидуальности, которые хотят научиться прикоснуться, может быть, к прекрасному, попробовать что-то интересное, что-то новое для себя и, может быть, создать свой мир. Фотоконкурс продлится до 16 июня. У всех желающих еще есть возможность порисовать светом. Организаторы говорят, старт новому виду искусства в Братске дан. Остается надеяться, что фризлайтинг приживется в нашем городе, как, например, в Москве. Илона Жукова, Павел Семенов, телекомпания «Город».